ты сегодня отложил свои дела, на зову души и сердца пришел в наш дом покоя, в этот уютный зал. Человек, как звезда, рождается средь неясной туманной вечности. В бесконечности начинается и кончается в бесконечности. Пока день не созидается, век за веком земля нетленная. Человек, как звезда, рождается, чтоб светлее стала вселенная. Никто не станет оспаривать истину, что всякое время рождает своих героев, которыми вправе гордится земля, родившая их. Испокон веков на нашей Бабаевской, Борисовской земле рождаются и вырастают замечательные люди, руки и труд которых достойны почета и уважения. Они никогда не позволяют себе отключиться, расслабиться, не допускают простоя. Они просто знают свое дело, они просто работают. Честно, напряженно, достойно. Ровно 70 лет тому назад, 7 октября 1949 года, в октябрьском небе, которое славится мерцанием звезд, родилась и озарила землю своим светом новая звездочка. А в нашем селе Борисово-Судское на свет появилось маленькое чудо, которое нарекли именем Александр. Шли годы, Борисовская земля взрастила его, дала силу, талант, наполнив годы судьбы смыслом существования. В день неуютный, в день осенний земли коснулся лучи осенний, слетала благодатная весть, наш Александр у мира есть. Его натуре многогранной на сцене суждено сверкать, под звуки чудного баяна жизнь новым песням надо дать. И вот почти в одно мгновение родятся песни из стихов. Мы рукоплещем восхищение, как он талантлив, наш Быстров. Давайте же нашими дружными, теплыми, горячими аплодисментами встретим такого человека и выразим восхищение нашему юбиляру, герою сегодняшнего вечера, творческий отчет которого мы предлагаем вашему вниманию. Человек, вся жизнь которого проходит с любовью к музыке и песне. Встречайте, ветеран культуры, музыкант-баянист, композитор, аккомпаниатор Борисовского дома культуры Александр Николаевич Быстров. Александр Николаевич, я думаю, вы не будете возражать, что мы сегодня на вашем юбилейном творческом вечере приоткроем страницы вашей жизни, вашей творческой судьбы, вас как удивительно талантливого человека. Возражений не будет? Согласился. Дорогие друзья, страницы эти мы постараемся открыть потихонечку, как меха замечательного русского инструмента – баяна, которым Александр владеет в совершенстве. А сделать это нам помогут коллектив Борисовского дома культуры, люди, знающие Александра Николаевича по самодеятельности, его друзья, поэты, его родные, близкие, которые присутствуют на нашей встрече. Один из великих мудрецов сказал о человеческой жизни такие мудрые слова. «На мир взгляни разумным оком, не так, как прежде ты глядел. Мир — это море, плыть
быть желаешь, построй корабль из добрых дел. На мой взгляд, Александр Николаевич, вам удалось такой корабль построить и достигнуть на нем важнейшего жизненного рубежа. Есть замечательная традиция. Подводя итоги определенного жизненного пути, говорить человеку добрые слова признания и восхищения. А юбилей – замечательный повод эту традицию продолжить. Вы вступили в пору жизненной зрелости и мудрой рассудительности. Пусть лучшее, чем славен этот прекрасный возраст, поможет вам достичь новых вершин вашей деятельности в творческом вдохновении. Так пусть же музыка летит над миром, как восьмое чудо света, и человек ее благословит, когда звучит эта музыка повсюду. И сегодня в этом зале музыка Александра Быстрова будет звучать для вас. На сцене вокальная группа ветеранов с песней «Возле красных рябин». Слова Галины Баскулиной, музыка Александра Быстрова. Всего-всего.
сожалению, автор стихов, песня на слова, которая только что прозвучала, сегодня не смогла присутствовать в этом зале. Но Галина Басулина свой подарок, свои приветственные слова в день юбилея Александра Николаевича выразила в таких строках. Я сейчас прошу подняться на сцену Тамару Романову и зачитать стихотворение Александру Бестрову от Галины Васкулиной. Читаю Романова Тамару Алексеевну. Я стою при столе.
Шенеби
Ну а сейчас поздравления от работников Борисовского дома культуры. Земля не может жить без солнца, а человек не может жить без счастья. Ведь счастлив человек, когда есть у него семья, когда есть любимые люди, друзья. И сегодня на сцене у нас счастливый человек, который счастьем своим сегодня щедро делится с нами, со всеми. Давайте поаплодируем еще один раз. Александр Николаевич, вы прирожденный музыкант, прирожденный баянист. Нам вот с Ольгой удалось поработать с вами много лет. Мы часто выступали с вами на различных концертах в нашем селе, в деревнях, на областных конкурсах. Приходилось, да? И все время, понимаете, в то время не было современной аппаратуры. Александру Николаевичу приходилось все озвучивать самому. Ну, представьте, 20 и более номеров, и звучит баян. Это сколько нужно в голове иметь, да, памяти, чтобы это все уложить. Но, тем не менее, он с этим справлялся. Много, конечно, можно вспомнить веселых юмористических моментов, связанных с нашим творчеством. Но это только приятное воспоминание, которое просто греет душу. Александр Николаевич, спасибо вам за все, что удалось с вами поработать. Сейчас очень нам жалко, что нет ДК баяниста. Александр Николаевич находится на заслуженном отдыхе, но он нас не забывает, периодически приходит в гости, участвует в наших мероприятиях, и он активный участник в основном поэтических мероприятий. Его приглашают работники из Бабаева на свои поэтические мероприятия. Поэтому он не сидит на месте, не вместе, а радуется своим творчеством. Александр Николаевич, хочется пожелать вам, чтобы ваша жизнь шла по нотам, чтобы ваше сердце звучало в такт прекрасной музыки, чтобы ваши любимые ритмы, они согревали всем душу и делали вашу жизнь насыщеннее, ярче и еще плодотворнее. С прошедшим юбилеем вас вдохновения, радости, здоровья. И еще хотим вас видеть в следующий юбилей также на сцене с новыми песнями. А сейчас, дорогие друзья, немного биографии. Александр родился 7 октября 1949 года в селе Борисово. Окончил 8 классов Борисовской средней школы, потом 11 классов школы рабочей молодежи. Пройдя курсы водителей автомобиля, получил специальность шофера и начал работать в колхозе имени Кирова. В свободное время он с удовольствием занимался в струнном оркестре народных инструментов, которым руководил учитель Борисовской школы Юрий Юрьевич Борг. Ансамбль имел успех не только в селе, он участвовал в районных праздниках, областных конкурсах. Саша научился играть на балалайке, домре. На самом любимом его музыкальным инструментом, конечно, был баян. По настоянию председателя сельсовета Екатерины Александровны Сапрошиной он окончил 6-месячные курсы в Вологодской областной филармонии и получил специальность баяниста и хормейстера. Было ему в то время 20 лет. Руководителями творческих коллективов в то время были Галина Анатольевна Воробьева и Валентина Евгеньевна Королева. Вместе с ними он выступал даже на Вологодском телевидении. Был участником первого областного конкурса солистов-вокалистов и был награжден дипломом лауреата. Сцена. Борисовский дом культуры, творческие коллективы стали для него вторым домом. Репетиции, концерты, смотры, конкурсы. Окажется-то все было совсем недавно. Песня «Старые танго». Музыка Александра Быстрова, слова моей
Нины Михайловны Рябковой. На сцену мы приглашаем Татьяну Резвину, Валентину Королеву, Галину Данилову. Наша дружба с композитором Александром Бестровым. Наши стихи
переложенные им на музыку, звучат уже далеко за пределами района и даже области. Я с удовольствием представляю вам своих друзей и коллег по творчеству. Тамара Романова, руководитель объединения. Наталья Морозова. Галина Смелова. Валентина Григорьева. Валентина Семычева. Эльвира Орлова. И я ваш член Смела. Слово моим друзьям Альбиковцам. Уважаемый Александр Николаевич, мы вам подготовили вот такой поздравительный письмовник. Но мы все это не будем зачитывать, это очень долго будет. Самые наши такие вот яркие экспромты мы сейчас зачитаем. Александр Быстров, наш Саша. Он талант, он гордость наша. Скромный, свойский и простой. И для родников родной. Сколько песен сочинил, сколько нам их подарил. И теперь в округе нашей их услышим там и тут. Ведь стихи-то в песнях краше, здесь вторую жизнь живут. Звучит гармошка, баян играет, страдает сердце, поет душа. В безумной радости замирает, слезинкой катится не спеша. Ах, до чего же в глубинке русской бывает светел талант людской. Все знают Сашу. Тропинкой узкой идет по жизни он, местный, свой, своя дорожка, свои печали. Удачи, промахи, дней полет, и браво всем не раз кричали, когда наш Саша баян берет. Пускай не сразу все получалось, но он трудился, преграды брал, играть под голос приноровялся, аплодисментов срывая шквал. И он играет, не унывает, когда готовит судьба сюрприз. Да, очень трудно порой бывает, но не сдавайся, держись, крепись. Делись талантом, как кто-то свыше тебе доверил вот этот дар. Дождями бьется ноябрь по крышам, и за ударом снегов удар. Грустить не надо, но если грустно, пусть будет светлой твоя печаль. Мы не скажем устно, пусть ясной будет рассвета вдаль, побольше солнца и настроения, семье покоя, здоровья, сил. Пусть дарит муза тебе творенья, а ты, чтоб музыку всем дарил. Тебе и мне было дано всю жизнь с народом веселиться. Меха растянем, песню грянем, да сочиним еще свою. Стареть нельзя, мы не устанем среди музыкантов быть в строю. Уже листва покрыла землю, и к народу пришел октябрь.
а мы всем сердцем за. У нас на это есть свои мотивы. Означено начало октября рождением вашим, потому красиво и празднично в душе. Да и вокруг не зря синее небо, разноцветье краса, и верим мы, все это в вашу честь. Слова сегодня так просты и кратки. Как хорошо, что вы на свете есть. Навсегда останется яркие картины детства. Мама. Мама Александра Анна Павловна. Слезы радости и переживаний в ее глазах. Первое материнское напутствие и наставление. Первая пробить сил. Мама. Самый близкий и дорогой человек, который умел понять, поддержать, найти самое доброе, самое нужные слова. Тема материнской любви отражена в творчестве любого поэта, и самого маститого, и самодеятельного, как мы с вами. Вниманию мы предлагаем песню о маме. Слова Галины Шли, музыка Александра Пестрова. А исполнит песню Галина Данилова. Песня о маме.
петербургских авторов. Мы всегда храним сердце совсем еще свежие и дорогие для нас воспоминания. Сколько бы лет не прошло с тех пор, когда мы уехали из родного дома, потому и рождаются такие стихи. Стихи Тамары Романовой, музыка Александра Бострова, песня «Маня» исполняет Ольга Волокова. Супруга Александра Николаевича Надежда Ивановна. И сегодня, в этот прекрасный вечер, уважаемая Надежда Ивановна, примите подарок песню «Улетают журавли». Стихи Виктора Лаврова. А на сцену мы приглашаем Зою Анигунову, Галину Данилову, Татьяну Реслер и Валентину Королеву. Песня небо зеленое, небо синее, желтое дневное поле, пролетают ровно в длинном стая свету журавлей.
А сейчас на сцену мы приглашаем Анну Сафронову. Стихи мои, Нины Рябковой, музыка Александра Николаевича,
записан этот клип, в записи звучал исполнение Надежды Кряжевой песни. А сегодня мы сделаем немножко по-другому. Вы услышите живое исполнение. Итак, на сцене Надежда Кряжева с песней «Повстречала я тебя». Для меня сегодня целый день цвета. Для меня сегодня...
слышать музыку родного края, музыку души своих земляков и передавать ее в своих песнях, таких близких и понятных каждому. Удивительно, порой даже необъяснима бывает судьба песни. Иная и сложна, и продумана, и вроде бы красива, а жизни в этой песне нет. А другая проста, безыскусна, и поется в нем о чем-то обыкновенном, но доходит она до каждого сердца. А что может быть радостнее и нужнее для музыканта, композитора, автора, если его труд помогает людям, если его песни востребованы? На сцене Валентина Григорьева с песней «Ночной снегопад». Слова мои, Ирины Рябковой, музыка Александра Кострова. «Ночной снегопад». Ошибки.
жизни. Жизнь сама по себе что-то необыкновенное. Но когда существует это волшебство, которое заполняет души и сердца окружающих, да и нас самих, заставляет творить добро, дарить улыбку случайным прохожим, то все становится прекрасным. Так пусть же будет только мир, только любовь, больше и не надо. Песня «Где мой парень-паренек?» Слова Владимира Кузнецова, поет Валентина Григорьева. Thank you.
я в тебя влюбиться, не смогу я в тебя влюбиться, не смогу влюбиться. Отличается песня Александра Быстрова. Песни несут в себе такие яркие образы, элементы жизни, что во время их исполнения не только слышишь, но и видишь все происходящее. Песня о море. Слова Виктора Лаврова, а исполнит песню Алексей Скороходов. И чайки проводят ветер за кормой, на длинных плечах услышится плач. Там на просторе вдали от разрыва вахи подвохты безвыходных, сам себе выбрал такую вот долю. Вахи подвохты безвыходных, сам себе выбрал такую вот долю. Время наступит полярного дня, печь ожидания придаст ему сил. Встретят портуе зеленые сопки и солнце над ними, встретят во рту его ночь и жена. Зеленые сопки и солнце над ними. Горение огни, полярная ночь, медленно дует суровый картоз, обняв на прощанье жену и дочь, уходит опять на полгода мороз, обняв на прощанье жену и дочь, уходит опять на полгода мороз. Наш самый старейший, самый уважаемый член литературно-творческого объединения «Родники» Леонид Васильевич Погонщиков. Победитель поэтического турнира в Литературном музее Игоря Северянина «Король поэтов 2019». Клип «Ветка сирени». Музыка Александра Николаевича. Yeah.
прозвучала в исполнении Марины Воробьевой. Уж так сложились отношения между членами нашего литературного объединения, что мы часто по поводу, да и без повода, делаем маленькие творческие подарки друг другу, сделать их более красивыми, музыкальными. Нам помогает наш любимый композитор Александр Николаевич Быстров. Человек искусства, творческий человек, сам по себе необычный и отличается от простых смертных. Он рожден для большего и совмещает в себе столько разных качеств: скромность и настойчивость, инициативность, изобретательность, смелость и находчивость, доброту и щедрость. Сколько подарков сделал нашим авторам Александр Николаевич, эти подарки не сосчитать. И даже на своем юбилее он снова дарит подарки друзьям в виде песни. «В зелени лето» — слова этой песни написала Ольга Васильевна Горохова, музыку — Александр Николаевич. Песню Ольга Васильевна Горохова и Александр Николаевич Быстров написали для Леонида Васильевича Погонщикова, а исполнит песню Валентина Григорьева. С утра волнения, как будто в этих буднях ты
открытия ждешь и откровения, и исполнения мечты. Песня «Ожидание». Слова Дворова, музыка Александра Николаевича, поет Надежда Васильевна Фряжева. Зеленые ленточки где-то домик поле постоит.
слушателей. Всегда, когда мы прикасаемся к жизни и творчеству таких талантливых людей, как наш земляк Александр Николаевич Быстров, в наших сердцах рождаются удивительные чувства – радость, гордость, любовь, доброта. Потому-то его песни востребованы сегодня, любимы нами и еще долго будут жить и дарить людям настроение, грусть, любовь к малой родине, чувство сопереживания. На сцене вновь вокальная группа Дома культуры с песней «Каменогорский вальс» на слова Подвойского. Композитором Александром Николаевичем Быстровым. Может быть, у нас не все удалось, но мы надеемся, что основная цель достигнута. Мы познакомились с замечательными творческими людьми, которые живут рядом с нами. Они пишут стихи, музыку, поют свои песни для нас. Мы очень надеемся, что такие встречи будут традиционными, и мы еще услышим много песен. Узнаем новые имена поэтов, которые станут нашими добрыми друзьями. Нужно, чтобы в будни и в праздники добрые улыбки находили друг друга, добрые руки сливались в рукопожатия, а добрые дела приносили нам радость.
никогда не задумывались, почему талантливого человека сравнивают со звездой. Может быть, потому что талант дается свыше, а может быть, потому что талантливый человек освещает нашу жизнь, делает ее ярче, интереснее и богаче. Так откуда же он черпает свои силы для творчества, для музыки своей души? Откуда же они берутся, эти русские таланты? На прощание вам еще один подарок. Премьера песни «Я хочу подарить вам звезду». Стихи Нины Рябковой на музыку положил Александр Быстров, а исполнит песню Зоя Анихонова. Итак, премьера песни «Я хочу подарить вам звезду». Я хочу подарить вам звезду, ту, что ярко на небе сияет. Я хочу подарить вам звезду, пусть ваш путь та звезда освещает. Я хочу подарить вам звезду, пусть ваш путь та звезда освещает. Я в ладони ее вам вложу, пусть она принесет вам удачу. Талисманом послужит пути, я отдам ее вам, не заплачу. Пусть звезда-то спасает вас днем, да и в темную темень ночную. Пусть послужит она маяком и согреет мне Настя, хочу я. Пусть послужит она маяком и согреет мне Настя, хочу я. Я хочу подарить вам звезду, да и лучше не сыщешь подарка. Даже если однажды уйду, пусть сияет для вас она ярко. Даже если однажды уйду, пусть сияет для вас она ярко. Я хочу подарить вам звезду. Ваши звезды сияют ярким, счастливым светом много-много лет. А сейчас мы предоставляем слово герою сегодняшнего дня, герою сегодняшней встречи Александру Николаевичу. Когда с рождения поздравляю, приятно. Спасибо всем. Но все же не знаю, с чем тут поздравлять весь стол я не могу. Промчалась юность, на конях ведь не вернуть их более, собрать бы то, что потерял, но где-то ветер в поле. Подсело зрение, слух не тот, морщинок сеть на роже. Поздравьте с тем, что это тот, кто не меня все же. Когда тебе уж 70, тоскливее стали песни. Мне кажется, не поздравлять, сочувствовать вместе. Чистая радуга и дуга.
о возрасте своем ты не думай никогда. Вот тебе мои слова. И мы, твои всегдашние сподвижники, ну вот я самая старшая здесь из сподвижников, мы сколько прошли с тобой, сколько прошли дорог, и везде были и в области, и в Черепасце на телевидении. Так спасибо тебе за твою музыку, за твое доброе отношение к нам. И мы желаем тебе очень крепкого, доброго здоровья, оптимизма, чего нам не занимать, и долгого, неиссякаемого творческого вдохновения. Ну вот, теперь уже другое дело. Спасибо, что пришли на «Ледовый ветер». Без музыки не проживу и дня. Она во мне, она вокруг меня. И в пении птиц, и в шуме городов, в молчании трав и в радуге цветов. И в зареве рассвета над землей она везде и вечно спутник мой. Уважаемый Александр Николаевич, вам 70, но разве это возраст? Улыбка ваша, ох, как молода! Над головой вашей те же звезды, лишь мудрости прибавили года. Неумолимо время учиться, вернуть его надежды нет, ничто уже не повторится за чередой летящих лет. Но каждый год воспоминания его нельзя перечеркнуть, ведь он не сон, не созерцание, а творческий и благородный труд. Бегут года, меняя поколения, но только радость в жизни добавляют. И в этот день, прекрасный день рождения, друзья, коллеги, от души вас поздравляют. С юбилеем вас, Александр Николаевич! Здоровья, настроения, благополучия вам и вашим родным! Творчество, вдохновения, новых музыкальных взлетов и благородных и благодарных аплодисментов от почитателей вашего таланта! Благодарим вас за ваши аплодисменты, за вашу музыку.